Короче, сегодня мы проработаем такую обоюдную ситуацию, когда противник захватывает противника из-под руки. И вот у нас, в принципе, чуть больше. Еще вот здесь, прямо руку. Да, вот. Вот у нас обоюдный захват. Вот этот захват, да. Здесь преимущество 50 на 50. Вот кто первый начинает здесь работать, грамотно и правильно, он начинает выигрывать. Да, то есть, вот противник меня пробил. Пробил. Я его сразу начинаю подхватывать. Да, сюда вот. Подхват, да? Вот, теперь он пробил. Допустим, это как вариант, да? Он пробил. Я его подхватываю, он уходит туда, не падает. Вот, ушел. Вот здесь. Вот ситуация, да, вот ситуация, да? Пошел шаг сюда. Вот. Шаг сюда. Ну, бросаешь его. Вот. Или, допустим, он меня начинает туда так бы сбивать, туда скручивать, туда меня, оттуда меня вести. Вот. Мы уперлись с ним, уперлись. Вот. Отсюда подтягиваешь. Носочек идет сюда, да? Вот. То есть мы используем инерцию противника. Но также и здесь, если мы идем, и он прочувствовал, ушел вниз, вниз ушел, вот, не дал, то мы обратно выходим сюда, и обратно, и вот подхват. То есть мы комбинируем эти два движения, но не стоит путать, когда мы вот отсюда пошли на бросок, и когда с обоюдного захвата, если мы с обоюдного захвата стоим вот это вот плечо мое, чтобы его бросить, оно должно быть заправлено. Если плечо мое наверху, его нечем бросать. Да, то есть холостой. Бросок после холостой, и он мне заваливает здесь. Плечо нужно заправить. Вот. И когда у нас плечо хорошо заправлено, то в принципе он на меня идет, меня выталкивает, допустим, за ковер. На меня, не в сторону, на меня, не в сторону, на меня. Вот на меня вот сюда идет. Вот, она на меня идет. Просочек идет. Еще раз на камеру. Вот. Вот он на меня идет. Плечо. Я забрал грузи. Ох уж меня вытолкнет. Сделать бал. Идет на меня, что он скрутит. На меня. Вот. Не совсем. На меня идет получше на меня. Вот он бросочек. Спасибо, Маша. Дим, нормально все?